Канобу.ру представляет. В эфире Канобу Вести, ваш ежедневный гид по игровому миру. Новый платформер Fez для Xbox 360 шагает, точнее прыгает по планете, завоевывая высшие баллы от прессы. Тем не менее, у игры обнаружились кое-какие проблемы. Например, она не запускается на старых моделях консолей с маленьким жестким диском и не работает с некоторыми USB-контроллерами. Студия Polytron пообещала все исправить в самое ближайшее время. Канобу, к счастью, избежал этих проблем и скоро выскажет свое мнение об игре. Не так давно в сети появились слухи о том, что компания-гигант Valve делает собственную консоль с уникальным джойстиком Steam Box. Позже эту информацию опровергли. Тем не менее, на официальном сайте Valve появилась вакансия инженера-программиста, в чьи обязанности входит создание специализированных игровых устройств. Хотя прямой связи со Steam Box нет, отрицать заинтересованность Valve в расширении своей деятельности не приходится. Также исследователь компании Майкл Абраш заявил, что трудится над особым видом миниатюрного игрового устройства, скорее всего очков, которое позволит совмещать реальный мир и виртуальный. Впрочем, по его словам, устройство не увидит свет еще долгое время. Помните не очень успешного конкурента GTA серию True Crime? Последняя часть, True Crime Гонконг, так и не была закончена. Тем не менее, издательство Square Enix выкупило все наработки, переименовало игру в Sleeping Dogs и даже определилось с датой выхода. Новинка поступит в продажу 14 августа в США и 17 августа в Европе на Xbox 360, PlayStation 3 и PC. Напомним, что Sleeping Dogs — это боевик в открытом мире, где главным героем станет детектив, работающий под прикрытием гонконгской мафии. Добровольное финансирование игр с помощью сервиса Kickstarter стало главным трендом игровой индустрии. Его популярность и не думает спадать. Совсем недавно Джордан Вайсман и его студия Harebrained Schemes заявила о финансовом успехе возрождения серии Shadowrun. Игра Shadowrun Returns собрала 1 миллион и 60 тысяч долларов, что почти в 3 раза больше предполагаемого бюджета. За свою щедрость все вкладчики получат версию для платформ Mac и Linux, а особо щедрые — дополнительный бонус в виде флешки-амулета с соответствующей символикой. Тактическая ролевая игра, по задумке, должна появиться в следующем году. Но поскольку ни один из проспонсированных на Кикстартере проектов еще не увидел свет, говорить о чем-то конкретном в данный момент сложно. Если вы относитесь к числу тех, кто постоянно недоволен современными играми, сегодня у вас отличный повод для праздника. Именно в этот день, 8 лет назад, появился прямолинейный, простой, но безумно увлекательный шутер Painkiller от польской студии People Can Fly. Продолжая дело серьезного Сэма, главный герой Дэниел Гарнер истреблял полчища больших, маленьких, страшных, уродливых, коварных и тупых врагов. Несмотря на крайне примитивную механику, игра завоевала большое количество поклонников не только среди потребителей, но и представителей индустрии. Недаром разработчики потом перешли под крыло Epic Games и создали Bulletstorm. Первый рабочий день можно ознакомиться со следующими записями. Виктор Зуев поделился первым томом своей автобиографии. Паго опубликовал собственный и очень качественный комикс по игре Uncharted. МакМарти задумался о роли капитана Шепарда в истории Mass Effect. Харвер доказал, насколько важна точная оценка видеоигр. Не забудьте посмотреть нашу сегодняшнюю рецензию на одну из лучших игр уходящего сезона — SSX. Всем спортивного настроения!